В городе Чедерлунга 14 июля слуги народа вновь собрались на свое заседание. Еще два народных избранника пополнили ряды представительного органа. Мандаты вручены Любовь Захарии, кандидату от партии социалистов «Патрия Родина», и Сергею Ганеву от партии «Наш дом Молдова». Местный совет рассмотрел жилищные, финансовые и другие вопросы и принял решение по заявлениям горожан. Советники избрали и второго заместителя председателя совета. Голосами только одной фракции коммунистов на эту должность был избран Петр Русев, ранее получивший мандат как независимый, но примкнувший к коммунистам. Если мы будем только задумываться о том, кто какого цвета, кто от какой партии, кто от какой фракции, никогда у нас не будет ничего кардинального. Ввиду того, что на сегодняшний день есть вот такое мнение, слаженная работа, прежде всего, она покажет результат. Фракция «Патрия Родина» не поддержала кандидатуру Петра Русева и покинула зал во время голосования. Они считают, что это обстоятельство приведет к разобщению, а не консолидации советников, как то декларирует большинство. Действительно, мнение народа, как выяснилось в нашем совете, совершенно разное. И должны быть представители разных фракций, независимых в том числе. И то, что не было замечено, допустим, «Патрия Родина», которой в совет прошло 4 человека, и то, что не были замечены независимые кандидаты, которые не вошли в другие фракции, это плохо. После такого исхода голосования примар города Георгий Арманжи снял вопрос о подтверждении двух своих заместителей. Обязанности последних продолжают временно исполнять Иван Курдов и Дмитрий Стоянов. Ну, сессия как бы прошла в рабочем порядке, получилось так, что получилось, как она получилась. По закону, вы помните, что на первой сессии замы ушли в отставку вместе с примаром, то, что действовал на тот момент. По закону они имеют право пока работать до тех пор, пока мы не изберем, я не представлю своих замов. И я думаю, что будем двигаться дальше, это будет на следующей сессии. На заседании совета присутствовал и глава администрации Чедерлунского района. Он считает, что такому результату при формировании управляющего органа совета, когда все три должности заняла всего лишь одна фракция, привело политическое влияние извне. Удручает то, что мы видим влияние в работу совета, со стороны вмешательства в работу совета, со стороны депутатов парламента. Конечно, жаль, что все-таки советники не могут пока найти общего языка по вопросам избрания президиума, хотя он и избран по другим вопросам. Но я думаю, что в процессе работы советники найдут какой-то консенсус, найдут общий язык и начнут работать на благо нашего города. На заседании секретарь признала голоса 22 советников. Мандат советника Юрия Буюк, являющийся одновременно депутатом Народного собрания, утратила силу. В соответствии с законодательством, по истечении 1 месяца он должен был определиться, где и в каком качестве будет представлять интересы Чедерлунги.